О! О! Понял тебя. Меня зовут Светлана, я с города Бузулука, приехала со своими волонтерами первый раз на 9-й фестиваль афганской песни «Салам Бачам». 2017. Ну хорошо, 2017. И вам не хворать. Кстати, ее волонтеры мне так здорово помогли. Ребятки трое, ну, безотказные, безотказные. Себе давали слово, не сходить с пути. Если вы еще мужчины, вы кое в чем сильны, несомненно. Выезжайте за ворота и не бойтесь поворота. Добрым будет путь. Вот новый поворот и мотор ревет. Гена, ты главная наша достопримечательность, не засними. Я вот думаю, Геннадий так все снимает, а на заднем так планит. Ген, сними вот этого черта. Не переживай. Лежит боец, не справился с атакой. Он мне сегодня с утра говорил, ты спишь. Ну пусть отдыхает. Иванный по кухне. Ивану ночь дай. Сейчас я снимем. Дрова. Колоть. Дрова что? Колоть. Меня колоть или как? Нет, дрова надо наколоть, Максим, без смеха. Боец! Я с колуном там умру. Боец спит, а что делать? Сразу почему? Не, надо, знаете, не барабанить, а аплодировать. Нет, ну как хотите. Да. Чтобы душа развернулась, а в этом мире душующие есть только миг. За него и держи. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой, сердце вряд ли обрадует.
стремительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот миг долетит сквозь столетия, но не всегда. Сейчас пойдет дальше. За него и держи. Есть только между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Максим, помоги, пожалуйста. Есть только между прошлым и будущим. Что-то как там, что-то в горлышке першит и першит. Нет, не першит, она прокисает. А ну-ка давай промочим. И на кораблю пропела днище, далеко-далеко от земли. И на кораблю пропела днище, далеко-далеко от земли. Люди селедки в шлюпке, если лошади поплыли. Идет съемка, смотри. Идет сюда. Чай будет или что? Девчонки, чай будет? Спасибо. А щипу? Нет, спасибо. Там да? Да, буду немного. Сейчас попробую. На весь фестиваль хоть что-нибудь попробую кого-нибудь. Давай, Марина. Где? На костре. А? Слушай, заглушу, да? Ой, щи, наши пусть попробуют, а? Она не знает, что это такое. Не знаю, но попробовал бы, это вообще обеденье. Это ничего не происходит. Она только проснулась. А. Свет. Спасибо. Можно с моим Свет, извини, пожалуйста. Не-не, ну что теперь? Какая звезда снова не оторвана от дома, снова между нами гора, звездные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, что только о доме мне пела. Ты поверишь, что здесь издалека многое теряется из виду. Дай мне забыть облака. Ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтобы
телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме мне пела. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые устрелы глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме мне пела. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме мне пела. Да, Свет? Да. Хорошая. Песню пела уже, как бы она моя любимая. Дело в том, что у каждого из нас, сколько бы лет нам не было, чем бы мы ни занимались, как бы мы ни жили, ну, бывают, скажем, и переживания, и напасти, и горести, и проблемы. Ну, знаете, как бы у меня с родителями связи нет, отец давно умер. Вот. Ну, мужа пока, как я говорю, да, нет, слава Богу. Крыши над головой тоже пока своей нет. И бывает иногда подступит такое, что ну как бы совсем становится тошно и вообще как бы, да, зачем жить? Сдаваться нельзя. Знаете, мне помогает то, что как бы я человек верующий. Вот. И я верю, что как бы Бог любит всех людей, неважно, чем они занимаются. Злые, добрые, да, солнце всеми входит. Вот. И я верю, что каждое сердце он стучит каждый день для того, чтобы просто как бы мы позволили ему войти в наше сердце и просто нам помочь его утешить. Без веры никак, без веры сижу. Двери закрыли поздний порог, кто-то стучит, кто-то стучит. Выхода нет и усталой рукой, кто-то стучит, стучит. Это спаситель в двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он не дух исцели, снова Христос стучит. Это Спаситель в двери стоит, громко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он не дух исцели, снова Христос стучит. Совесть томит обличение глаз, кто-то стучит, кто-то стучит. Стук не смолкает в душе ни на час, снова Господь стучит. Это Спаситель у двери стоит, громко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он не дух исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, громко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он не дух исцели, снова Христос стучит. Сердце уныние и радости, кто-то стучит, кто-то стучит. В доме погас утешение свет, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кто-то стучит, нежно стучит. Сердце открой, он не дух исцели, снова Господь стучит. Не можно, да? Стук все сильнее стучит за стеной, кто-то стучит, я покажу, что одевать. Кто-то стучит, грешник, покайся и сердце открой. Кто-то стучит, стучит, это Спаситель в двери стоит, кто-то стучит, нежно стучит.
исцели, снова Господь стучи. Молодец. Еще? Здорово, конечно. Вы откуда? Тут у нас хоть тишина. Вы не насытные? А мы тоже. Не все доходили. А что? Девочка в автомате, кутая зябкое пальцом, вся в слезах и в губной помаде, перепачканное лицо. Вся в слезах и в губной помаде, перепачканное лицо. Пальцы лед, а в ушах сережки, ей сегодня идти одной, вдоль по улице ледяной, ей сегодня идти одной, вдоль по улице ледяной. Мёрзлый лед, или пыль раз, мёрзлый лед, это первый раз, мёрзлый лед на щеках блестит, это мужских обид. Плачет девочка в автомате, кутаясь зябкое пальцо, вся в слезах и губной помаде, перепачканное лицо. Вся в слезах и губной помаде, перепачканное лицо. Пам-пам-пам-пам. Вроде бы не такие уже старенькие девчонки. Эта песня-то была вообще какого-то... Да не говори, наши молодости. Ну, а ваши уже не знаю какой там. Видишь, как хорошо сохранился. Давай, ты меня сохраняла, ладно. Максим Викторович, да тебе 45 дашь, а? 45 я тебе дам. Казалось бы, я уже вот что надо пить, а то мы, блин, всякую... А то у меня внучка сядет, вот... Там мат, ты понимаешь, нежно, страна, сколько мэхо, транзитовую вы, качнется лобо небо, большой звездный знак, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, качнется угол неба, большой звездный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как вот близко от заката костер лишь сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в земле мы тех сегодня вспомним, чьи имена как раны на сердце забегли. Стихами и песнями мы каждый день наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Стихами и песнями мы каждый день наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Молодцы, молодцы. Если вы будете так это, петь гнусно и печально, мы поставим вас в первый ряд. И вы будете петь в первом ряду. Что за фильм получится тогда? Я вообще не понимаю, что подпеваю. Ну ладно, ну надо повеселее. Она приглашает. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски промахали. А завтра-завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой.
Четвертый год нам нет житья от этих лиц. Четвертый год соленый путь и кровь рекой. А мне бы девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Последний раз сойдемся завтра, последний раз России можем послужить, а для нее и умереть совсем не страшно, но каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Видео я так давно не видел маму. Леша, держи двумя руками. Мы так давно не отдыхали. Сейчас нам было просто не до отдыха с тобой. Сейчас. Мы пол Европы по плацу пропахали. А завтра-завтра, наконец, последний бой. Еще немного. Еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В небе ясном заря горела, сотня юных бойцов из Буденновской твой на разведку в поля поскакала. Сотня юных бойцов из Буденновской твой на разведку в поля. Поехали молча в ночной тишине под широкой украинской степи. Вдруг вдали у реки возвергали штыки, это белогвардейские цепи. Вот темп не выбрали. Вдруг вдали у реки возвергали штыки, страшно отряд поскакал на врага, завязалась кровавая битва, и боец молодой вдруг поник головой. Комсомольское сердце пробито, и боец молодой вдруг поник головой. Комсомольское сердце пробито, он не понос вином вороного коня и закрыл свои горе очи. Ты ко мне городной, передай, дорогой.
хлеб за рабочим. Там вдали за рекой уж погасли огни. В небе ясном заря горала, капли крови густой, без земли молодой, на зеленые травы. Капли крови густой из груди молодой на зеленые травы стекала. Я галочки поняла поэта, да, поэта. Сюшка, я Лёшка. Письма не добрый вечер, дорогая Поляна, добрый вечер. Я и выучена наизусть, через две зимы, через две весны, отслужу как надо и вернусь. Спасибо, Светлана. До встречи во всемирной паутине. Молодцы. Понял тебя.